прекрасна пора детства. Как хорошо, когда рядом и папа, и мама, и все тебя любят, заботятся о тебе. Но суровые сороковые годы украли детство у целого поколения. В трудный военный период 1942 года в Цибикнуре был открыт детский дом для эвакуированных детей на 160 человек. Осенью из Йошкар-Олы на лошадиных подводах, выделенных соседними колхозами, везли видавшими все тяготы войны детей. А на полях в это время марийские женщины занимались полевыми работами. Увидев детей, женщины, побросав орудие труда, бежали к ним, чтобы утешить и поделиться своим скудным обедом. Дети войны. Так называют сегодняшних 70-80-летних людей, родившихся в довоенные, послевоенные тяжелые годы. В нашем селе проживают многие, кто прошел этот трудный путь. Уважаемые старожилы, просим вас подняться на сцену и получить юбилейные памятные подарки. На сцену приглашается Скобелева Нина Григорьевна. Канатеева Мария Николаевна. Небогатиков Валерий Прокопьевич. Абрамова Елизавета Павловна. Мамуткин Михаил Максимович. Мамуткина Валерия Аркадьевна. Тихонова Мария Митрофановна. Смирнова Серафима Николаевна. Поднимитесь сюда, пожалуйста. Чернова Рима Яковлевна. Ландышев Валерий Тимофеевич. Ананьев Петр Ананьевич. Охотина Нина Даниловна. Небогатиков Валерий Прокопьевич. Абрамова Елизавета Павловна. Могут подойти дети или внуки, если бабушки не смогли подойти. Мы помним всех. Желаем вам крепкого здоровья за ваш великий подвиг. Мы также помним подвиги не только участников Великой Отечественной войны, но и других горячих точек – Афганистан, Чечня. Помним и ждем домой наших бойцов, участников СВО с Украины, живыми и здоровыми, с победой. Пусть провожают вас и встречают как героев. Великие дети великой страны, удачи вам в военной и мирной жизни. Пусть ваши дети и внуки никогда не знают войны. Пусть над нашим домом всегда будет только мирное синее небо. Для вас музыкальный подарок в исполнении от детского образцового коллектива «Орешки» — танец солдатский. We'll be right back.
надо после боя тишину, голубой дымок махорки, жизнь одну и смерть одну, невеликую награду, невысокий пьедестал, а солдату мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Гудка, до ликующих перонов снова.
окружи тех, кто другом был и братом, тот, кто выжил и дожил, кто остался в 45-м. Вальс победы, вальс победы, светлый вальс. Вальс победы, вальс победы, праздник мая. Вальс победы, ах, забыть бы все сейчас. Только память не пускает, не пускает. Пусть пленяет тишина, льется небо над тобою. Ты, девчонка, будь нежна, как сестра на поле боя. Не подвластно временам сердце старого солдата. Посмотри, как кружит он, снова юный, как когда-то. Наше село имеет богатую историю, но мы не будем углубляться в предания старины глубокой, а освежим в памяти события недалекого прошлого. В 1950 году село Цибикнур, Орешкино и Нерумбал Куптур объединились в колхоз «За коммунизм». А в 1970 году влились во вновь созданный совхоз «Шейбулакский». Сегодня гости из Шейбулакского центра культуры приехали к нам на праздник. Встречайте, Марийский фольклорный ансамбль «Мура Аршаш». Где-то нас снимают.